Спонсор прогноза погоды – Радио Ваня в Кирове, 104.3 FM. Радио Ваня – весело и легко. В пятницу 22 мая на территории Кировской области ожидается пасмурная дождливая погода. Без осадков будет только в Вятских Полянах, здесь плюс 12, в Лузе всего 7 градусов тепла, в Кирсе до плюс 11, в Яранске и Нолинске также плюс 12. В городе Кирове в пятницу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы плюс 13, плюс 14 градусов, ночью ожидается плюс 5, плюс 7. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Ветер подует западный до 3 метров в секунду. Влажность воздуха 61%. Магнитное поле спокойное. Продолжительность светового дня в пятницу 17 часов 20 минут. На этот день приходится новолуние. Это был прогноз погоды на пятницу 22 мая.